Сегодня светлый праздник христиан, начало Церкви, день ее рождения. Мы вспоминаем, как Господь сказал: «Пошлет нам Дух для многих поколений». Дух Святой, Ты как голубь, и нежен, и прост, и доступен для всякой души. За грехи мои умер Христос, и Тобой обладать разрешил. Я поверила, Ты мой залог, но узнав, что желаешь мне дать, Ты свою полноту не смогла, не хотеть, чтоб Тебя не искать. Я слаба, чтобы бренным умом благодать дорогую постичь, но Ты сам мне сопутствовал в том и пришел от блужданий спасти. Ты открыл мне в начале Христа и вселил Его в сердце мое, и познали душа и уста откровений Твоих питье. Не усилием плоти, о нет, но лишь верой живой во Христа заключила с Тобою завет, а в ответ Ты пришел в полноте, а теперь, в свою очередь, Ты мне Христа открываешь полней и даешь от Его полноты и дары, и покой средь скорбей. И коль станется, сил больше нет, не пугает бесплодность меня. Ты начал свое дело во мне, и оканчивать буду не я. Доверши, Дух Святой, доверши, песней новой наполни уста и яви для усталой души долгожданную славу Христа.